Всем здорово, с вами Рекон, привет, короче, пока мамка отошла в магазин, снимаю видосик. Короче, как поехать на море этим летом, если ты еще не ездил? Потому что, блядь, нужно съездить летом на море, а ты, блядь, не ездил. А я ездил, ха, лох ебать. А может, ты тоже ездил, хуй знает, я не знаю, кто меня смотрит. Или вообще меня кто-то смотрит. Короче, похуй. Это не суть все, что я пиздел только что. Ну, кроме того, что я сейчас буду рассказывать, как поехать на море этим летом. Успеть 11 дней, сука. Короче, блядь. Берешь, идешь в ломбард. Ну, нет, это хуйня. Первый вариант, короче, идешь к мамке или папке. Говоришь, ну, не только папке, которые там зошты лежат, а к папе своему. Короче, говоришь, хочу поехать на море, бля. Что мне делать? Они говорят, хуй тебе, а не море, пошел нахуй, пиздюк малый. Еще на море захотел. Тебе в школу нужно собраться, а ты на море, блядь. Пошел нахуй, пидор малый. И пиздят тебя, блядь. Ты такой хорошо, нахуй, сами напросились. Идешь, берешь свой комп, любименький. Берешь телефон, который они же тебе купили, идешь, сука, в ломбард, приходишь, говорит, на тебе нахуй, хочу поехать на море, это вот комп, это телефон, давай бабло нах. Взял бабло, пошел на вокзал, купил билет, самый дешевый курорт или самый дорогой курорт, ну, все зависит от того, какой у тебя комп или телефон. Короче, то или с того тебе точно хватит, так что все нахуй. Два варианта, как поехать на море. Или еще один. Кстати, там в некоторых есть оздоровительные комплексы. Вылазишь на вышку, как бумчик ебать. Прыгаешь головой вниз, ломаешь нахуй все, что у тебя есть. И тебя отправляют оздоровляться на море ебать. Заебись. Подписка, лайк, всем пока. Красавица, красавчик, спасибо за просмотр. Ебать.